Хозяин, ну ты опять за старое. А все почему, желтый? Да, да, потому что ты мастер. Не просто мастер. А мастер гранат. Именно, мастер гранат идет в мотель. Ёб, как отменить? Я не знаю, отменяй как-то. Твою. Желтый, да перестань, блинчики. Друзья, всем огромный привет. С вами Харди, и мы продолжаем. Да-да, я знаю, что ты скажешь. Мотель, ёл-палы, проходится. Мастер гранат проходит все гранатами. Ну вот и приехали. Очень простая локация. Думаю, мы будем собирать паровозики. Какие? Такие, погнали сразу. Лучше в кучку, да? Всех в кучку и за раз жахнем. Так, вот единственный быстрый парень, да, у нас? Так, отлично. Все, катим. И побежали. Оп, хорошо, да? Так, а это быструны. Быструнов тоже в кучку давай. И сразу забежим вон там этот, да, подвал. Так, все, катим, они сейчас подбегут. Ой, хорошо вообще, да? Быстро, быстро идет. А почему именно мотель? Потому что он простой. Ну а если ты хочешь видеть какую-то другую локацию, которую пройдет мастер гранат, конечно, оставляй комментарий. И мастер гранат пройдет что-нибудь посерьезней. Блин, а вот тут вот, да, вот тут уже как бы это неприятно, короче. Чик. Хо-хо-хо-хо-хо, блин. Не, ну красиво, да? Красиво, красиво летают. Так, стоять. Вот тут пацаны. Блин, ну ты чё, угораешь, что ли? Раз, два, три. Побежали. Ха-ха-ха-ха, хорошо. Вон, мужчина, мы должны с тобой просто швырнуть. Да блин, ну ты чё, серьезно? Не по... Чё такое? А почему, знаешь почему? Чё за фигня? Грязь, да? Я ему просто чуть-чуть импульса добавил. А, вон чё. Ничего себе. Кстати, вот здесь может быть пластинка. Давай посмотрим. И нету. Ну, это нормально как бы. Мотель – это замечательная локация, в которой ты достанешь свою первую гранату. Так. Ну-ка. Ой, хорошо, да? Вот за этой дверью прям. Так, а здесь, кстати, на открытие, да, потребуется время, поэтому. Так, хорошо, хорошо получилось. Со второй гранаты надо закончить. Вот так, отлично. А, вообще идеально это, если ты будешь уворачиваться, да? Ну, это как бы вообще верх искусства. Так, вот эта дверь, смотри, просто открылась. Ой, ништяк. Собираем, собираем побольше кучку, да? Так, отлично. Вот, блин, неоткрываемая дверка. А вот здесь вообще, кстати, я фиг пробегу, да? Ёп! Зажали, блин. Так, отлично. Еще, да? Ты смотри, чё. Чё? Блин, вот до того даже дотянуться не мог, прикинь. Слушай, что-то лечение вообще быстро уходит. Так, давайте, ребята. Да вы чё, угораете, что ли, говноеды? Да, согласен, это идиотизм. Чё именно? Ну то, что я не могу гранатой взорвать эти доски. Ничего страшного, у нас есть топор. Давай объединяем, да, в кучу всех говноедов. Вот так, оп, хорошо прошел. Вот этим кидаем, и эти подбегают. И раз, два, три, побежали. Ха-ха-ха, блин, класс. Так, ладно, мы с тобой еще ни одной гранаты не метнули.
Просто идеальный бросок. Ёп. И мастер гранат справился за... Да неважно, что считать, да? Ну что, мне кажется, хорошо, да? Давайте заберем, кстати, свою гранату, 50-ю. Не пропусти голосование, которое пройдет в Телеграме. Куда дальше отправится мастер гранат? С вами был Харди. Если понравился ролик, конечно же, оцени лайком. Ты еще не со мной? Подписывайся на канал на Ютубе, на Рутубе, Яндекс.Зен и ВК. Смотри там, где тебе удобно. Подписывайся на Телеграм, чтобы участвовать в голосованиях, не пропускать анонс новых видео, стримов и розыгрышей. Ну и приходи на стримы, которые проходят каждый день на площадке Twitch, Трова и YouTube. Пока-пока.